Мы сегодня обедаем, сидим, сегодня уже отобедали. Обедал, да. Да, брат Георгий тут уплетает виноградик. Нас брат Виталий угостил Калинников. Омский виноград. Да воздаст ему Господь милостями своими. Тут блины вот, Надежда. Виталий, обязательно нужно знать, сколько он заплатил за это. Вот, тут вот сестра Ольга привезла у нас сливы свои, черемуху красную. Сливы где-то опасные с молоком, не едим их. А чем это опасно? Ну будешь там сидеть, в кабинете задумчивости. Да? Вот виноград этот. Сливы без косточек, молоком, да? Без косточек, а? Сливы с молоком. Угу. Ну, по крайней мере, такой был пример. Яблоки. Брат, что-то молоко, да, налился? Молоко победил. Молоко, тут у нас яблочки. Тут у нас что-то. Это что у вас, чай, компот? Компот. Это вот толченка. Даже не толченка, а просто отваренная картошка. Чай, это суп. Чай, суп. Это у нас на второе. Тушеная капуста с фасолью. Это мед. Тоже сестра Ольга привезла. Чай попить. Блины. Не, блины показал. Вот брат Георгий привез, да? Вот мед. А? Ну не знаю, нет. Не ты? Нет. Это сестра, значит. А ты что за белое? Это медок наш. Медок, да? Да, это. А это какая водичка? Это кто-то компот делал. Компот, да. Говорят, ягодная. Береза какой-то. Не знаю, что там. На Болтаре. Там арбузики нас ждут. Местные тоже. Скажи, Игнат Тихонович, что Феликс Дзержинский тоже был верующий в юности. Католиком. Ян Грибанов говорит, что Феликс Дзержинский тоже был верующий католик. Кто? Феликс Дзержинский. В юности? Не знаю. В юности. Его обвиняют в насилии родной сестры. Сейчас Дарвин говорил, человек от обезьяны нигде он не говорил. Он до самой смерти был церковным старостой. Он сказал, что бабочка, допустим, она была белая, поселившись в Лондоне, а там смог, лил, соединяется с парами везде, и она делается как дома серые, такая, чтобы без заметно было. Вот и все. На острове, где он там был. А это все приписывали в Раде. Mm-hmm.